Ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Реально Интересный. Сегодня поиграем в Бравл Старс. Давненько я туда не заходил. Кстати говоря, сегодня, возможно, мы откроем вот эти вот кейсики, вот эти вот сундучки. Так что, ребята, сразу ставьте лайк. Давайте наберем хотя бы 140 лайков под этим роликом, и тогда выйдет новый ролик по Бравл Старс. Он будет еще интереснее, еще эпичнее. Возможно, мы найдем какие-нибудь моды или читы на эту игру. Так что, ребята, обязательно давайте наберем эти 140 лайков. Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. На самом деле, давненько я уже не заходил в эту игру. Но, тем не менее, здесь много чего интересного произошло. Так как я долго отсутствовал, у меня также, ребят, есть клуб. Вступайте в него обязательно. Я, на самом деле, уже забыл, как и чем тут пользоваться. Но, тем не менее, я думаю, смогу еще что-то сделать. Здесь появились новые бойцы. Говорят, даже Хога добавили в эту игру. Где-то я слышал такую новость. Наверное, на Ютубе, не знаю. Сам еще не видел, хочется тоже посмотреть. Так, здесь у нас что-то есть бесплатное. Окей, бесплатно, значит не платно. Соответственно, давайте возьмем 18 монеток. Не густо, конечно, но тем не менее все равно приятно. Также есть скины. Рок звезда кольт скин, а также бандит кольт звездный скин, полузащитник бул звездный скин и какая-то еще нечисть. В общем, страшно, непонятно. Ладно, окей. Так, чат команды, так, игроки в сети, окей. Хочу я куда? Хочу я правильно. Хочу я в свой клан как-то попасть, и давайте попробуем попасть в свой клан. Это не так-то просто сделать, как оказывается. Хочу порекомендовать вам компанию 1xbet, где всегда высокие коэффициенты и моментальные выплаты. А по промокоду ГАЗОН вы получите до 6500 рублей при регистрации. Обязательно переходите по ссылке в закрепленном комментарии и получайте свои крутые бонусы. Итак, друзья, вот мы, собственно, и в своем клане, вернее, он здесь называется клуб. Ребят, кстати говоря, вступайте в нее. В него, собственно, тег клуба есть. Также в описании я еще его скину, может быть, закрепленный комментарий. В общем, ребят, заходите, вступайте и давайте вместе будем катать. И да, ребят, пишите в комментариях, хотите ли, чтобы был стрим по этой игре. Уже у меня куча народ, на самом деле, в друзьях. Я уже, похоже, не могу принять из-за этого. У меня 14 друзей. Даже уже 15, получается, 15 друзей. Я, видимо, каким-то образом 15-й считаюсь в этих друзьях. Так, что здесь по общению? Что-то новое вроде как есть, но это запрос, ребят, только лишь запрос. И что? Давайте уже сыграем. Что здесь из событий есть? Новое событие. Так. Все откроем. Захват кристаллов. Столкновение. Хочу сразу начать чего-нибудь жесткого, а именно с ограбления горячей кукурузы. Погнали, давайте сразу сыграем. Будет горячо. Будет очень горячо, тем более я не играл, наверное, целый месяц в Бравл Старс. Из-за того, что уезжал в деревню, там плохой коннект, в общем, не поиграть толком. Так, все, вроде бы можно, да, уже? Зима. Уже можно катать, погнали. Я завалю кого-то, ничего себе, могу я себе позволить. Слушайте, прикольно, ребят, первый килл есть, при том, что я не играл целый месяц эту игру, а до этого я играл очень мало. Может быть, часа 3 максимум всего. Так что, ребят, еще какие-то скиллы остались. И, честно говоря, это приятно. Оу. Минус еще один. Нет, это не я, похоже, его минусом. Да, это не я минусом. Но, тем не менее, все равно. Все равно. Так. Я постараюсь как-то аккуратнее все-таки. Пацаны, ребята, мужики, мужчины, чтобы жить на месте, не нужны причины. И вообще, если честно, мне нужно ни хрена, ведь за нами города, это целая страна. Черт возьми, меня завали Али. Ну что ж, моя первая смерть. Смертушка пришла. С собою, как говорится, забрала. Зоя, Зоя, давай. Зоя. О, как вам такое? О, это было мощно, ребята, это прям мощно было, походу троих чпокнул, это было очень хорошо, это было прям по-пацански, прям по-пацански было, ребят, хорошо, было очень даже. Погнали, давай. Хорошо, ребята, хорошо, отбиваемся, пока что на самом деле в основном отбиваемся, не более того. Ого, нормалек. Я пока особо не могу атаковать. Ой, хорошо. Но я имею в виду, надо все-таки сундук атаковать. Пока с ним сложновато. Давай. Ах, черт. Это было слишком жестко для меня. Мне нужно сейвиться. Пацаны, вы что стоите-то? Как говорится, ляда вы стоите? Нужно убивать этих негодников, которые хотят разрушить наше мирное существование.
Так, мы кого-то завалили. А, вот он! Я вообще что туплю, короче, походу по своему сейчас стрелял. Окей. Это недостаток, ребята, опыта сказывается. Ух, ничего себе. Какие жесткие просто атас, ребята. Я вообще ничего не могу сделать. Они тупо идут, прут и все. Пока я не очень в этом режиме хорош, мягко говоря. Так, я пошел и пошел. Просто стреляю там. Да, ребят, я слишком плох был в этом режиме. Давайте еще раз попробуем. Я сейчас вроде понял цель, суть этого режима. И надеюсь, у нас в следующий раз, а именно сейчас уже, получится лучше. Но тем не менее, надеюсь, мы уже соберем эти 10 штучек и откроем, ребята. Так что погнали. Так, ограбление горячей кукурузы. Погнали, поехали. Так, Bravo Stars. Ограбление, взломай вражеский сейф или что там. Ну, в общем, погнали. Bravo Stars. Herbalife Nutrition. Thanks. Пошел ты, негодяй. Или негодница. О май гай лофт. Могай лофт. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. О да, е-бой. Убиваем всей толпой. Оу, а здесь такой жесткий пацан был, но все равно я его завалил. Все равно он не жилец. Он очередной трупец. Ух, не жалеем собственных жизней. Идем таранить чертовый сейф. Оу-ка, погнали, давайте. Так, вон я, зелененький. Зелененький лучше. Красава. Давай, вали этого чувака, я пошел. В общем, делать движ. Настоящий движ. Воу-в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 оу. Так, меня уже завалили как-то быстро в этот раз. Очень быстро со мной разобрались, прям супер. Пацан, или может не пацан. Лайк поставь и подпишись ты на канал. Быстренько, ребят, подписались на канал. Быстренько, кто еще не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Умоляю. Сделайте мне приятно. Короче, ребят, не страшимся проиграть здесь. Здесь, потому что нам нужно тупо валить. Тупо валить этот гребаный сейф. Вот основная миссия этого режима. Так, негодник побежал. Сейчас мы тебя... О, да. Кайф, какой же кайф, слушайте. Это почти как оргазм. Обалдеть, просто обалдеть. Очень круто. Ой, хорошо, ребята. Ой, хорошо, очень хорошо было. Хоть я и помер, но, тем не менее, очень даже неплохо, так сказать, помер. Я как элитный смертник, черт возьми. Так, ты куда пошел, вражина? О, пацан жесткий, но я его вырубил. Так что, ребята, гол в атаку. Разбег, атака. Давайте всяких тут вражин постреляем. Бум-б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 ум. Ну что ж, вроде я принес какую-то пользу своей команде, и это хорошо. Ну что, мы выиграем? Я надеюсь, что мы выиграем, потому что мы должны, мы как клевые, мы самые... Я чувствую, мы должны... Да, все, конечно, естественно. Звездный игрок, Максим Шубин. Подписывайся на канал, это реально интересно. Ну что ж, неплохо. Я за Шелли вроде так чуть-чуть катал уже, и вроде неплохо мне как-то получалось. Так, ну что ж, пока что мы выйдем. Ага. Воу, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, это ж так. Собери 10 звездных жетонов за первую победу в различных событиях, чтобы открыть 10 звездных жетонов. То есть нужно еще 2 раза победить. Давайте все-таки захват кристаллов, наверное, выберем. Попробуем в этом режиме еще победить. Короче, после всего этого будем, ребята, открывать все эти сундуки. Так что досмотрите до конца этот ролик, поставьте большой палец вверх. Напишите в комментариях, хотите ли вы видеть дальше Бравл Старс на этом канале. И давайте поддержите лайками. Комментарием тоже, ребят, пишите комментарии как можно больше. Любите ли игру, эту играли ли. Так, ну что ж. Ага, тут еще с этими, с паровозиками. Пацан, или может не пацан, лайк поставь и подпишись на канал. Я забираю эти кристаллики с собой домой. Уходим счастливыми и небритыми, в моем случае. Но трезвыми, ребята, это важно. Воу, меня завалили, забрали 2 кристалла, это минус. Это прям большущий, огромнейший минус. Неприятно. Ну, так,
О, кайф. Хорошо, хорошо. Так, я лучше немножко отойду, пожалуй. Снова в атаку. Блин, меня вообще изи сейчас просто максимально легко завалили. Ребят, слишком мы легко завалили. Слишком легко, но у нас 10. Ребят, у нас 10. Нет, у нас уже 7. Слышь? Чибрик, чибрик, свали. Это мои. Моя прелесть. У меня десяточка, ребят. У меня десяточка, я звездный игрок. Должен быть, наверное. Хотя вряд ли. Так, стопэ. Стопэ. Работай. Все, вроде работает нормально. Так, так, так. Победа! Я не звездный игрок, но тем не менее, неплохо. О, там Максим был. Мой тезка, но я зато Максим Шубин, ребят. Кстати, подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Там выходят интересные штуки периодически. Так что. Да, ребят, как вам новая аватарка канала? Кстати, напишите об этом в комментариях. Обязательно напишите. Интересно очень узнать. Так, победа. Так, выходим. Смотрим. Так, за это нам жить. И девяточку, ребят, и девяточку. Так, отлично, слушайте. Значит, еще нам нужна одна победа, и тогда мы все откроем. Прям все будет, я думаю, интересно. Я надеюсь, выпадут какие-нибудь новые персонажи в этой игре. Так, погнали. Brawl Stars. Начинаем игру. Так, ну что у нас здесь? Очередной кристалл, очередной поезд, который надо захватить. О, сурово. В этом мире сурово. Слишком сурово. О, нет, меня завалили. Меня засекли, ребят, меня засекли просто в этом лесочке. И все, и финита ля комедия. В общем, ладно. Нужно снова по-новому. Так, спокойно. Мои. Хренушки вам. Так, ладно. Бушечка. Yes. Это негодяй какой. Настырный чувак. Черт, там медведь, ребят. Там притаился чертов медведь. Он... Ё-моё, ребят, у них девять. Нужно что-то делать. Слишком сложно стало. Слушайте, я просто погибаю в очередной раз. Kiss me, меня поцеловала своим горячим поцелуем. Ладно, и в итоге меня вырубило. Это такое, видимо, секретное оружие. Давай, пятерочку. Давай. Нет, не получилось, ребят, к сожалению, что-то вот прям нет. Не моя игра, вот вообще. Не зашла. Да, ладно. Ну, за это опыта совсем чуть дают, да. За поражение 10, ну, что поделать. Может, в какой-то степени еще и Тима подвела, но, конечно же, по большей степени я виноват. В общем, снова собираем Тиму и надеемся, что в этот раз у нас как-то будет фартово. Фарту надо, ребята. Так, спокойненько. Выжидаем. Не чпокаем. Красава. Yes. Первый пошел, хотя только один. Yes. Once, once, finger. Да убейте же этого негодяя. Есть. У нас есть еще мишка. Yes. Так, спокойно сейвимся здесь. Спокойно нагибаем там, ребят, у нас уже 3, у нас в сумме уже 6, это хорошо, это очень даже добротно, так сказать, отлично, забираем. Какие жесткие негодяи. У нас тут пытаются надуть. Черт, ну, по крайней мере, тут у дома, так сказать, у дома я прилег, так что, надеюсь, это не так опасно, не так ужасно. Так, пожалуйста, что какие-то еще штуки появляются все время. Надеюсь, ребята, все нормально, запись, ничего не лагает. Хочется в это искренне верить, по крайней мере. Обидно, больно, неприятно, не более того. Очередная попытка, ребят, у нас 8 этих кристалликов. Не так уж все печально и плохо. Так, пошли.
хорошо. Yes. Так, еще один. О, там много кристаллов, смотри. Ну ладно, все забрал. Красавчик, в принципе. Так, ребят, свалим. Просто свалим по-тихому. Нам не нужны проблемы, нам нужна только победа. А да, на всех мы за ценой не постоим, как говорится. Все такое. И все нормально, ребят, все нормально. Все хорошо. Все великолепно просто. Ебой. Затащили мы этой толпой. Я еще и звездный игрок. Спасибо, спасибо, ребят. Приятно, приятно. Так, ну ладненько. Что у нас получается? Ну, 20. Не так уж много на самом деле. Хоть без звездного игрока накинули, но не в этот раз, видимо, да? Ну что ж, а вот при... Стоп, а что мне не дали, кстати, за победу? Собери 10 звездных жетонов за первую победу в различных событиях. А, за первую победу? Оу, черт. А вот это будет сложно сделать. Это будет, ребята, сложно сделать. Но попробуем, попробуем, попробуем. Это, правда, не мой режим игры. Вот здесь я, конечно, мягко говоря, слабоват. Ну ладно, попробуем, может, получится. Кто знает. Ладно, рискуем. По всей видимости. Спасибо. Так, у нас по две штучки какие-то. Энергосилы, или как они называются. Выиграй. Выскажись красиво. Неплохо. Вполне себе неплохо. Так, пацан. Ну чё, мы жесткие, мощные, да? Сейчас сделаем годноту. Надеюсь я. Очень на это, по крайней мере. Так, братан, давай, давай. Чё-то он сыт, он прям сыт, ребята. Он сыт больше меня. Однозначно больше меня сыт. Так, вот они, ребята. Вот они, первые ГБшники идут. У них 9, у нас 3 всего, как бы. Разница очень большая. Да, изи катка. Изи катка. Нас изи раскатали. Ранг 2, плюс 7. Кайф, 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 кайф. Ладно. Это было жестко. Но тем не менее 20 получаем. Здесь можно, наверное, опыт фармить. Вполне себе. Окей. Ну что, ребятки, открываем. Да! Нам еще, кстати, за это дали. Слушайте, ребят, все, открываем, погнали. Короче, ребят, все, сейчас открываем. Посмотрим, что здесь интересно. Да нажимаю, нажимаю. Так, монетки 78 штучек. Шелли. Молодца моя, да? Разблокировано улучшение. Также кольт. Все хорошо, прекрасно. Очки силы, барли. Так, бонус удвоитель жетонов также у нас. Ну, вполне себе, думаю. А что у нас, кстати, по бойцам? Я так, кстати, не посмотрел. Ну, вот, собственно, у нас какие есть бойцы. У нас пока что всего лишь 5 бойцов. Очень даже немного. Не разблокировано бойцов еще огромное количество. Честно говоря, даже не знаю, кого бы я хотел видеть в своем, так сказать, составе, что ли. Ну, ладно, погнали, в общем, открываем. Поехали. Монетки. Нита. Очки силы, кольт. Кстати, ребят, если у вас есть много вот этих сундуков на аккаунте, ну или вы готовы, так сказать, пофармить много, чтобы было сундуков у вас на аккаунте, допустим, 100 или 1000, или 10 даже тысяч, то, пожалуйста, сделайте это, и если вам не жалко, то дайте мне, пожалуйста, открыть ваш аккаунт на ролик. Вернее, дайте ваш аккаунт открыть эти паки, сундуки, для ролика, вот. Это будет вообще замечательно, ребят. Так что, если что, пишите об этом мне на почту. В общем, есть все в описании. Погнали. Так, ну что ж, открываем следующий пакет или следующий сундук. 12 монеток. Барли. Барли у нас, соответственно, уже был. Бул. А, подожди, у нас бул тоже был, что ли? Подождите, у нас был бул или нет? Я что-то не помню. Так, подожди, у нас есть бул, барли, кольт, нита и шелли. Как бы всех еще запомнить вообще. Я только Шелли помню, но сейчас вот еще Була запомнил. Барли. Окей, Барли, Шелли. Вот Шелли хорошо, ребят. Вот Шелли очень хорошо. Нам нужна Шелли. Я хочу прокачивать Шелли. Шелли крутая. Шелли крутая. Шелли мне очень нравится. Шелли. И, кстати, мне писали в комментариях как-то. Я не первый раз уже насчет канала Шубин Стрим. Кстати, ребят, подпишитесь на него. Это наш стримерский канал. Также там периодически выходят некоторые ролики, так сказать. Так что, ребят, подписывайтесь туда. Ссылка есть в описании.
Так, Шелли снова у нас есть. Окей, что здесь интересно? Я хочу, чтобы хотя бы один был новый Булл. Я все-таки хочу, чтобы хотя бы одна новая карточка была. Нита вот у нас в очередной раз. 21 монеточка. Не та, которая певица. Булл, снова у нас Булл. Барли снова у нас. Кристаллы. Кристаллы, это приятно, это приятно. Хотя они здесь выглядят как-то не очень дорого, скажем так. Хотя, наверное, не стоят существенных денег. 50 монеток. Кольт. Ну, кольт у нас уже был. Барли в очередной раз. Хочу новую. У нас всего лишь 3 осталось. Так быстро, знаете, они улетают эти... как они называются-то? Ну, замечательные вот эти вот великолепные, невероятные сундуки. Нита в очередной раз. Кристаллы, ребят. Кристаллы хорошо. Кристаллы неплохо, вполне себе. Так, отлично. Нита. Барли. Окей, хорошо. Еще один остался. Так, 18. Булл. Барли. Хорошо, вполне себе, вполне себе. Немножко у нас чуть больше стало, чем обычно, монеток. Это приятно, конечно. Я Шелли вот. Шелли я вот улучшу. Шелли крутая, Шелли мне нравится. Шелли зачетная, ребята. Шелли очень зачетная. Так, еще мы ее улучшим. Уже больше 4к у нас стало здоровье. Атака 345. Супер урон от выстрела 368. Все вполне себе даже прикольненько, прикольненько. Мне нравится она, поэтому я вот ее буду, наверное, прокачивать. Тем более уже 13 ранг у нее. Вот. Ребят, надеюсь, вам понравился ролик. Если так, почему бы не поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 140 лайков. Тогда я сделаю новый ролик по этой игре. И если у вас есть все-таки аккаунт, вы играете активно в эту игру, пожалуйста, нафармите мне как можно больше вот этих вот сундуков, чтобы потом на видео мы могли открыть. Это круто, по-моему, сделать такой, знаете, масштабный пак опенинг, скажем так, в Brawl Stars. Может быть, миллион открыть, прикиньте. Ну, может быть, это на стриме, не знаю, сделать. Вообще, было бы очень круто. Так что, ребят, пишите в комментариях или на почту, если у вас есть этот аккаунт, или вы хотите так помочь моему каналу, или просто вам не жалко. Вот. Как-то так. С вами был Макс Шубин. Всем удачи. Подписывайтесь на все мои другие каналы, все мои соцсети, на мой инстаграм. Все ссылки в описании. С вами был Макс Шубин. Всем удачи, всем пока.